демократия сегодня создавалась 20 лет тому назад. Организация, которая является как бы объединением людей, которые мыслят одинаково и которые были очень обеспокоены теми демократическими процессами, которые протекали в Армении. И поскольку в то время действительно мы имели достаточно демократическую Армению и новые веяния, мы хотели усилить эти процессы в Армении, нашей целью было. Нашей целью было иметь равенство всех перед законом, делать закон не селективным, а равным для всех, усилить роль молодежи в нашем обществе, усилить роль женщин в нашем обществе и создавать те прекрасные модели, за которыми молодые женщины будут следовать. Модели женщин, которые работают на благо своего общества. И поскольку наша организация создавалась именно в то время, когда начался конфликт, было землетрясение, в основном мы были группа людей обеспокоенная этой ситуацией, и наша первая реакция была помочь людям, помочь беженцам, помочь женщинам, которые были жертвами конфликта, жертвами землетрясения. Постепенно мы перешли на другой уровень, мы стали думать, что эта война приводит к изоляции, которую мы не должны допустить. Эта война приводит к насаждению вражды. Мы не должны допустить. Мы живем с азербайджанцами многие века, и мы должны продолжать жить. Это наши соседи, это наши друзья. Мы разделяем с ними очень много культурного, исторического, ценного. Поэтому мы начали вступать вместе с остальными другими организациями в переговоры, с беседы, во встречи с азербайджанскими женщинами. Участвовали в первой встрече, и было очень важно, что это была действительно региональная встреча. Там участвовали и армянские, и грузинские, и азербайджанские женщины. Это был очень интересный диалог, и он стал как бы началом нашей долголетней дружбы, 20 лет. У нас друзья, которых в Азербайджане...